Das ist die 14-jährige Fatma aus Bitterfeld. Fatma hat heute ihren ersten Schultag. Sichtlich ängstlich betritt sie das Schulgelände, denn sie kennt noch niemanden der dort stehenden Schülerinnen und Schüler. Eine Gruppe beobachtet das neue Mädchen. Vitali geht zu ihr rüber. Меня зовут Витали. Как тебя зовут? Benim adım Fatma. Ne zamandan beri okuldasın? Да, и мне нравится здесь очень хорошо. Знаешь ты, что эта школа носит хорошее имя? Hangisi? Эрих Кестнер. Он был известным писателем. Его знаменитая книга «Летучая учебная комната». Сейчас мы проходим эту книгу на немецком языке. А, уже звонок. Я сейчас имею один свободный час. Если ты хочешь, я тебе все покажу. Тапики. Эти рисунки мы нарисовали на уроке рисования. Нравятся они тебе? Evet, güzel görünüyor. Пойдем, я тебе покажу учебный класс. Сынов. Да, но когда идет уроки, для нас и для учителя не были напрясными, и мы хорошо понимаем друг друга. Харика. На большую перемену ты должна увидеть нашу клетку. Матч ере. Ойла, наша футбольная клетка. Здесь мы всегда играем в футбол на перемене. Эркек иште. Увидимся позже. Тапики. Am Nachmittag trifft Fatma Vitali im Schulchor wieder. Поешь нам что-нибудь? Вурка дехи устаям бу геджеде сархошус Калансалар бизимдир ачудан майхошус. Отлично. В нашем школьном хоре встречаемся мы всегда. Ты должна присоединиться. Maria, eine Freundin von Vitali, kommt hinzu. Wollen wir zusammen ein Eis essen? Zusammen lassen sie den Tag in der Eisdiele ausklingen und werden Freunde.